Ветераны тренерского цеха в самой почетной ложе. Ульяновской федерации спортивной борьбы 70 лет. В честь этого торжественный бал. Заслуженным учителям и именитым спортсменам подарки. Будущим чемпионам сертификат на 1 000 000 рублей от регионального министерства спорта на развитие. Но это выделено на все виды борьбы, в том числе в муниципальное образование, в школу Олимпийского резерва, в городские. Я думаю, мы найдем механизм, как их перераспределить, соответственно, составим какие-то определенные заявки. То есть это нет такого, что это на одну какую-то определенную школу. Это и вольный будет задействован, и вольный обычный, и греко-римский. Именно греко-римляне – кузнецы чемпионских кадров Ульяновской федерации спортивной борьбы. Первый олимпийский чемпион региона – именно борец Виталий Константинов. В 76-м из Монреаля его всем городом встречали на центральном железнодорожном. Там же через 30 лет чествовали бронзового призера Олимпиады в Атланте Зафара Гулиева. Ульяновские борцы благодаря энтузиазму и мастерству тренеров во главе с Никитой Викторовичем Пинковым, а затем Анатолием Ивановичем Винником на соревнованиях любого ранга всегда были фаворитами. Эту школу борьбы нам самое привез из Ростова, из Ленинграда, Анатолий Иванович Винник. И он старался все нам привить, вот эту вот школу, серьезная школа ульяновская была. Нашу школу очень ценили и побаивались. Виталий Константинов и Николай Иньков, Зафар Гулиев и Михаил Елизарев, Павел Потапов и Александр Безручкин. Солиден список знаменитых ульяновских борцов. 9 заслуженных мастеров спорта, 12 международников, более 170 мастеров спорта и 13 заслуженных тренеров страны. Ульяновская федерация борьбы и сейчас не снижает своих темпов. На минувшей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро также был ее представитель. В турнире по вольной борьбе участвовала Инна Торжукова. 70-летие своей федерации ульяновские борцы встречают не только фанфарами, но и реальными спортивными достижениями. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.